Ребята, всем привет! На связи Игорь из Ультравыхлоп. Сегодня мы делимся еще одной работой. Это Opel Astra. Причем здесь движок 1.4 турбо. 1.4 не значит, что он звучит как овощ. Это значит, что он звучит хорошо. Потому что турбина, она гасит много частот средних, оставляя такой приятный, спокойный, в меру интенсивный бас. Ну, что я рассказываю, вы все сейчас услышите. Что мы сделали? Убрали полностью все из трассы, оставили резонатор Гольца и оставили насадку родную. Решили, что так будет лучше всего. К машине не прикопаешься, но звучит она уже классно и радует своим звучанием владельца. Погнали смотреть. Go!